Здравствуйте, друзья. На прошлом видеоролике по Вертеечу, на прошлой реакции я набрал очень много дизлайков, подписок и лайков там тоже, кстати, немало. Поэтому я считаю, что нужно ковать железо пока горячо. Поэтому Arizona Roleplay Phoenix IP, а также мой никнейм Dante Connor, а также мой промокод NoToxic54, а также все остальные вещи, они находятся в описании данного видеоролика. Заходите туда, там со всем этим ознакомливайтесь, там со всем этим познакомливайтесь и вообще много всего еще делаете. Поэтому всем спасибо за просмотр начала. Давайте начнем. Привет всем домашним Привет, животным, меня привет. зовут Вертеич. Так как я Офигеть. достаточно известен на сервере, я подумал, а что если записывать видосы прям в лайв-режиме при живых людях? Конечно, Думаешь? в обычной форме. Как они будут на это реагировать? Это мы сейчас и посмотрим. Ну-ка, и давай начнем мы, посмотрим, пожалуй, с больницы. Что ж в этом там будет? выпуске мы будем издеваться над ебучими Ага. медработниками. Давай без А вот, этого, они кстати, все-таки один из них клятву Гиппократа никогда не сдавали. работает, стоит на посту и, по сути, ни хрена никакой пользы от него нет. Я ж правильно сказал? Никак нет. А как правильно? Правильно, по-другому. Ну давай перезапишем тогда, остановись рядом со мной. Я не могу, я выполняю свою работу. Ни хреновая у тебя работа, стоять на одном месте. А можно мне такую работу? Если вы умерли, вы появитесь в больнице. После того, как вы Ладно. появились в больнице, займите койку, либо подойдите вот к этому еблану. Он вас обязательно вылечит. Малого не оскорбляй. А сколько тебе годиков? Ему 54, он пожилой. Вообще, смотри, тут, правда, я не понимаю людей, которые подходят и начинают, так скажем, агрессировать. Надеюсь, Зачем ты агрессируешь, Вертеч? Все же было нормально, ты агрессировать начал. Как скажем. Желаю тебе удачи, если голова болит, подойди ко мне или к моему коллеге. Если Таблеточки что, я выпишут. В шутку назвал его ебланом, просто для того, чтобы он на меня как-то отреагировал. Ты же отреагировал. Александр Пёсик, блядь. Ебал из тени и выйди нахуй отсюда. Угу. Ну, в целом и в общем, так всегда. Со мной постоянно бегают какие-то Отлично. Ебланы, кричат. Пошёл Замечательно. Нахуй. Все, я записал. Думаешь? А это наша достопримечательность. Казино Аризоны. Именно Офигеть. Здесь проигрывают деньги вот такие вот люди. Родной, пойдем выйдем. Куда? Ну это на неплохо. Улицу выйдем, на улицу. Ну давай выйдем. Нет, давай выйдем, конечно, почему бы нет. Я записывал видео. Зачем? Ну чтобы все знали. Надо было снимать туда, дальше идти, не меня. А что, мне тебя снимать запрещено? Ну, ну не бывает раз, снимать. Такое. Надо было мне, когда я в маске, надо было снимать. Ну и как всегда, найдется тот, кто против. Кстати, еще кто один. Кто ж против-то? Фиолетовый пошел и крутит колесо. Очевидно, ему выпадет какая-то параша в виде маечки или кофточки. О, кусок картонки. Лояльный Отлично. Типа. Но это тоже неплохо, да, смешно. А это рулетка. Именно здесь я проиграл все свои деньги. И вот тот человек и вправду думает, что он выиграет. Я тоже все проиграл, брат. Это вообще казино, это для ложков. Ну вот, о чем я вам и хотел сказать. Будем дружить писюнами? Базара нет. Вау, я только что неплохо. Нашел себе друга. И он согласен со мной дружить писюнами. Если хотите дружить писюнами вместе с нами, заходите на Arizona GTA. Arizona Roleplay Phoenix. Скачайте лаунчер, ссылка в описании. Юзайте промокод BOOST. Промокод на NoToxic54. Да, будем ждать. Всем здорово, с вами Вертей. Да Сегодня привет, привет, я на конечно. Ферме для того, чтобы раздать 1 миллион баксов. Ну, замечательно. Обычным работягам. Только ко мне почему-то никто не хочет подходить, это достаточно Все отдыхают. Странно. Очень обиделись, молодой человек. Не, я не умею обижаться. Вам сколько лет? Мне 28. С виду Отлично. Больше 6 не дам. У меня есть для вас подарок. Вот, майка Гуччи. Спасибо, благодарствую. На этом 1 миллион долларов я раздал. Теперь можно заканчивать видео. Видал, как быстро? Всего доброго. Всего счастливо. Этот выпуск я неспроста начинаю в полицейском департаменте. Именно здесь работает куча неадекватных людей. Именно здесь вас посадят в тюрьму за то, что у вас по Панамка надета налево, а еще... А что еще? Они абсолютно не любят работать правильно. А что ты кричишь? Какие ты мне они видео есть? Мешаешь записывать. Здоровье! Майк Тупсон. Майк Тупсон, это неплохо. Вы прекращаете этот цирк. Либо... Похоже, из-за меня кто-то сегодня не получит лицензию. Замечательно. А это настоящее КПЗ. Именно сюда привозят всех преступников с этого города. Именно здесь самый крупный оборот по взяткам. Неплохо. Выйдите отсюда. Немедленно выйдите отсюда. На меня очень сильно разозлились. Мне нужно покинуть это здание. Я
сейчас позову офицера, и вы будете арестованы. Официанта, может. Ебанулся. Сейчас я достану. Вертейка там была написана. Поставлю на предохранитель. Вот о чем я и говорил. Мы в данный момент наблюдаем передачу взятки в виде оружия. Обычные полицейские будни, ничего нового. Молодой человек, отойдите. Что за фигня? А? Гражданин, оружие, вы говорите. Сдача происходит в управлении. Лично передавать мне не надо ничего, потому что я не знаю, что с ним делать. Ха-ха, как только их спалили, сразу же, типа, не-не-не, не надо мне никакого оружия. Блин, я на 100% уверен, что вам зашел бы подобный формат, просто все, что я публикую сейчас, мало набирает просмотров. YouTube выбросил меня из своих алгоритмов, и я не могу в холостую выпускать бомбезные видосы. Офигеть. Ну вы сами понимаете. Сходил в отпуск, называется. Ну бывает, Вертейч. Если вы тут впервые, бывает и не такое в жизни. Веселый плейлист слева в углу, ставьте. Отлично. Лайки, и продолжение будет точно. Точно будет? Arizona Roleplay Phoenix, друзья. IP, а также мой никнейм Данте Коннор, а также мой промокод NoToxic54. Вся эта информация находится в описании данного видеоролика. Заходите туда, там со всем этим ознакомливайтесь, познакомливайтесь и делайте еще много всяких разных вещей. Всем спасибо за просмотр, всем пока.